Значит, вызвали вас по такому поводу. Наверное, уже догадываетесь, по какому. Вот, в интернете, да, есть видео, соответственно, где вы не уступаете дорогу скорой помощи, которая двигается с проблесковыми световыми маячками и также со звуковой сигнализацией. Что-то можете пояснить по этому поводу? Скажите, куда так двигались, торопились? Я, собственно, не торопился, ехал на работу. А что произошло-то? Почему скорой помощи дорогу не уступаете? Я хотел уступить, пытался уступить, но что-то не знаю, может, не так. В машине сейчас будет составлен административный материал по статье 12.17, часть 2. Значит, назначим мы вас на разбор к нам в ГИБДД по адресу проспект Терезы, дом 65, на 4 число. Необходимо будет явиться к нам. И, соответственно, по вам примем дальнейшее решение какое-то. Вы скажите, вы с нарушением согласны?